Вот такой вот музыкальный театр для жителей города сделали. Очень смотрится даже красиво. Сейчас будут поступать, наверное, скорее всего, скоро. А кто-то еще будет сегодня выступать из звезд? Не в курсе? По-моему, Митя Фомин будет. А, мне кажется, понятно. Ну, там дальше будет, на другой я почте. Не знаю. Друзья, всем привет! Сегодня находимся в городе Пушкино, и сегодня приехали сюда. Оказывается, здесь у нас проходит День города. Мы сейчас посмотрим, что тут происходит и что здесь вообще нового сделали. Здесь вот открыли совершенно недавно, после реставрации, парк Пушкина. Сейчас посмотрим. Говорят, там сделали летний театр, который был когда-то в 93-м году сгорел. И я думаю, будет очень интересно. Погнали с нами. Открыли новый парк, наверное, всем многим он хит, все разрисованы, это тоже к празднику относится. Кстати, парк планировалось строить целый год, но по ускоренной губернаторской программе его сделали буквально за несколько месяцев, то есть с мая месяца по 15 августа. Вот здесь вот есть туалет бесплатный и комната матери с ребенком, сейчас зайдем вовнутрь. День города Пушкина, пожелайте жителям города. Я не местная. Ну тем более, как вам город Пушкино? Хорошо. Хороший город. Отлично. Вы сами откуда, издалека приехали? Щелково. Щелково. Ну, здесь по соседству, в принципе. Можно сказать, батуты бесплатные. Ну, сильно не попрыгаешь, но по-своему, я думаю, детям приятно. Ребята, ну вот, заходим уже, можно сказать, новая площадь. Я думаю, здесь уже процентов, наверное, на 90 все доделано. Вот детская площадка, вот здесь вот такие вот вывески. Логичные. Молодежный клуб, тут какой-то вишневый сад, шахматный клуб. Там выступает кто-то у нас на сцене, сейчас попробуем подойти. Типа выступает кавер-версия, наверное, Шаман. Так, здесь вот такой вот релакс-зона, попрыгать на качельках. Я пытаюсь громче разговаривать, потому что вот с днем города Пушкина, 97 лет у нас, друзья, исполнилось. Говорят, в свое время это летний театр у нас вроде бы считается. Это получается летний театр или просто сцена, как ты думаешь? Летний, да? В свое время здесь выступал Шаляпин, Федор Шаляпин, а также репетировал Константин Станиславский. Дамы, слушайте сюда! Может, вы меня с кем-то перепутали? Да нет, вы же Света Дементьева из Ивантеевского музыкально-драматического театра. Ну и? Так и я оттуда же! Вот рядышком, вот мы сейчас подходим, сделали такой детский комплекс. Огромная очередь выстроилась. Таня до 3 минут. Начинающие. Очень много всяких развлекух, цветочки. Детский парк такой вот, короче, здесь. О, байкер-шоу. Веревочный парк тоже сделали еще. Пользуется спросом. Ребят, ну, короче, парк везде, конечно, теперь от вандалов оберегается с помощью видеокамер и охрана. Тут постоянно ходит. Вот так с песнями и с трясками проходит в парке сегодняшний день. Очень весело, ребята. Но я думаю, мы сегодня зайдем еще на Советскую площадь и посмотрим, что происходит у нас там. Там рестлинг у нас, ребята, проходит.
есть контакт. Здесь вот такие вот установили столики теннисные, можно поиграть для стрималов. Здесь вот в парке находится вот такое вот интересное здание. Какое-то, скорее всего, историческое. Это что за здание? Это дом культуры Пушкина. А, дом культуры считается, ничего себе, прикольно, я даже не знал, что. Ладно, хорошо, спасибо. Артисты выступают, вот здесь даже вот они, как бы подготовочка идет, репетиция, молодежь. Пожелайте нашим жителям города что-нибудь. Приходите к нам, не стесняйтесь ничего, танцуйте. Это что такое? Это мы вызываем ребят танцевать вместе с нами. А это дэнс какой-то, да, у вас? Да, танец комьюнити. Друзья, традиционно вот победы будет концерт у нас. Но это начнется где-то через пару часиков. Вот уже люди хорошо отдыхают, так некоторые. Местные тоже достопримечательность в какой-то степени. Так, ну еще пока не все, я думаю, дошли до кондиции. Посмотрим, что будет происходить дальше. Здесь и сейчас.
Пушкино живут сильные и неравнодушные люди. Всегда приятно встречаться с вами. С праздника! Желаю всем хорошего настроения! Счастливо! Как коротко, Максим Валерьевич! Потому что Красный сестра талантлива. А потому что он же стеснялся. Очень талантлив. Пушкино! Давай, жги! Аня Плетнева, это бывший лицей, да, по-моему? Это правильный ответ. Как я ждала нашей встречи. Привет, привет! Я безумно счастлива и хочу услышать вас прямо сейчас. Oh,
песни. Давайте вспомним, с чего все началось. Давай, лицей! Лицей, жги! Знаю, в этом городе знаю, где ты.
вообще, кто-то знает, в каком году основан Пушкин? На 25-м, что там говорится? 1925. Давайте, смотрите, сейчас стоп, да? Стоп, и я говорю, все вместе. Давайте, на 3-4. 1929. Ладно, ребята, все правы, друг другу поаплодируйте. 97 лет, говорю, как мои прабабки, да? Мне кажется, интересно, есть кто-то на площади, кому-то, кому вот столько же, сколько этому городу? Вот ты как считаешь? Это суббота, вот это праздник, вот это я понимаю. Пушкину привет! Ну вас так нормально подогрели, как настроение? Нет, это не настроение. Как настроение? Тогда мы начинаем! А покажите нам всех наших сегодняшних зрителей, всех наших сегодняшних горожан. Это все останется в истории, давайте поднимем руки. И покричим, что есть мочи. Давайте покажем партер. Класс. Класс. Я очень рад, что мы сегодня оказались с вами тут вместе, совсем недалеко от Москвы. И прежде чем спеть одну очень известную песню. Все будет. Давайте определимся, хорошо или Пушкино. Что мы будем петь? Хорошо, а потом в конце Пушкино, да? Договорились? С днём рождения, Пушкин! С днём рождения, Пушкин! С днём рождения! Ла-ла-ла-ла-лай! Всё будет хорошо! Ла-ла-ла-ла-лай! Всё будет хорошо! Нам трудный бой! Я вас обниму, Виктория. Спасибо вам огромное. Очень приятно за ваши замечательные розы. Можно сказать, что это вообще от всего Пушкина, правда? Спасибо огромное. Уеду сегодня со мной на мою дачу. Слушайте, знаете, какой вчера был праздник? Вот ни за что не догадаетесь. Я понимаю, что все вы отмечаете 3 дня день любимого города, но вчера был праздник, внимания преданности собаки. Thank you.